Оружие, факелы, провизия. Провизия, факелы, оружие по очень низким ценам. Ничего нет. Чем пора? Хорошо. Эй! Я прикончил твою гарпию. А ее сердце? Оно у тебя? Да, но не так быстро, приятель. Для начала давай поговорим о моей награде. Да, ты, парень, не промах. Хорошо, какую награду ты предпочитаешь? Я могу предложить тебе 1500 монет, магическое зелье или довольно неплохое оружие. Я возьму магическое зелье. Хорошо, вот, забирай. А теперь отдай мне сердце. Конечно. Вот, забирай. Отлично. С тобой приятно иметь дело, приятель. Эй! Это был обыкновенный глорх? Вот как? Хорошо, держи награду. Его шкуру мы потом продадим.
Хорошо, что ты сумел с ним разобраться. Могли пострадать люди. Ты молодец. Так держать. Слухов же о новых монстрах пока не доходило. Вот твоя награда. Пока ничего нового нет. Отдохни. Ты и так неплохо потрудился.
Я... Дух воды свободен. Что же, это очень хорошие новости. Хотя, по правде говоря,
Мне уже они и так известны. Как ты это почувствовал? Все просто, человек. Не забывай о том, что мы, хранители воды, тесно связаны с этими древними существами. Любое, хотя бы малейшее магическое волнение, вызванное этими созданиями, в свою очередь очень сильно влияет на каждого из нас. Но сейчас это уже не так важно. Важно другое. Ты выполнил свое поручение и тем самым прошел свое последнее испытание. Думаю, ты и сам догадываешься, что это означает, не так ли? Да, кажется, догадываюсь. Тогда властью, данной мне Аданосом и священной водой, я, Вакон, третий страж воды и первый хранитель священных врат Вакхана, даю тебе согласие на посвящение тебя в ранг адепта нашего круга. Отныне мое решение вписано в великую книгу судеб, и никто не сможет этого изменить. Теперь я буду служить хранителем? Да, ты заслужил эту честь по праву. Теперь же тебе осталось только одно. Предстать перед тем, кто своим могуществом объединил всех нас. Хранитель Стоннос. Он самый могущественный из стражей стихий. И ко всему прочему является главой нашего божественного ордена. Но где мне его искать? Ищи его там, где является божественная мудрость стихии, породившей его. И тем самым олицетворяет саму ее суть. Теперь все. Прощай. И да хранит тебя мудрость воды. Сдохни, сдохни! Наконец-то пришло время нам с тобой повстречаться, смертный. Не стану от тебя скрывать, что я с большим интересом ожидал нашей встречи. И не сомневаюсь, что ты также в свою очередь догадался, кто я такой и зачем сейчас здесь. Не так ли? Думаю, ты хранитель Стоннос, самый могущественный из стражей стихий, и глава Божественного Круга Хранителей. Все верно, человек. Итак, настало время тебе закончить тот путь, на который ты вступил, и наконец-то стать тем, кем тебе предначертано быть. Но вначале тебе необходимо будет пройти еще одно испытание, которое мы, Хранители, именуем как Испытание Веры. Пройдя его, ты докажешь, что целиком и полностью осознаешь свой выбор и готов пожертвовать всем ради воплощения в жизнь наших священных замыслов. В чем заключается мое испытание веры, мастер? Тебе необходимо отыскать и принести мне 4 древних магических артефакта, именуемых сферами. Эти древнейшие реликвии являются собой источник магии каждой из существующих стихий и дают власть над их созданиями. Однако сами по себе сферы не являются творением богов или самих сил природы. Их сущность
заключена исключительно в мании. Поэтому обычно появление сих артефактов в этом мире вызвано сильнейшими магическими волнениями и ничем более. Разрушив магический барьер и уничтожив спящего, ты вызвал мощнейший магический взрыв, что в свою очередь породило появление магических сфер в этой части мира. Каждая сфера обладает собственной волей и окружает себя различными созданиями с целью собственной защиты. Теперь иди, человек, и помни, что от твоих действий зависит твое дальнейшее будущее. Не сдохни!
я кое-что нашел. Ага, кажется, я кое-что нашел. Кое-что нашел. Thank you.
нравится? Thank you.
Ага, кажется, я кое-что нашел. Нравится?
Хорошо. Я... Давай займемся делом.